замечательный сюрприз, очень приятный сюрприз, который зовется Иван Якушев, наш новый преподаватель по классу гитары. Скажу еще одну вещь. Иван Михайлович – выпускник Ольги Николаевны Чураевой, и мы рады приветствовать его в стенах нашей школы в качестве преподавателя. Итак, Хорхе Моррей «Романс» исполняет Иван Якушев. Ну что, я, пожалуй, хотела бы поучиться в классе Ивана Михайловича. Почему бы и нет?